Всем привет, всем здрасте, доброй ночи. Ходила за творогом домашним для своего питомца, для своей овчарки. Он у меня заболел, так же как и я, только он у меня заразился чем-то от собаки, дышал тяжело. И легкая такая одышка была. Он меня очень сильно напугал. Съездили в аптеку в человеческую. Блин, откуда эти мухи берутся? После обработки дихлофоса они все равно летают. Их две тут всего. И чтобы за ними не гоняться, я обработала помещение дихлофосом, и они все равно тут. Так, ну завтра их не будет. Даже вот это сегодня не будет. Ну вот, отвлеклась. Одним словом, у меня заболел мой зангуч. И вот я заказала творог у соседки и ждала, пока она мне позвонит. Она позвонила поздно. Вот. Побежала, забрала у нее творог. Значит, на чем я остановилась? Значит, собака у меня заболела. Появился кашель, такая легкая одышка. При беге она усиливалась у него. И купили антибиотики. И в день по две капсулы я даю антибиотик. Он очень хороший. Я не буду сейчас называть его имя, чтобы не стали пропаивать все, потому что я не знаю, для кого и как он подойдет. Вот. Моей, значит, овчарке чуть полегче, но все равно до конца он не поправился. И вот, смотрите, отломила я кусочек от этого творога, и у меня внутри вот этого творога это капсула антибиотика. И я сейчас иду к нему. Вот. Дам сначала вот так ему, чтобы удостовериться, что он проглотит эту капсулу. А потом уже отломлю и дам ему кусочек побольше. Так как сегодня у меня не получилось съездить за витаминами для него в ветаптеку, так как у меня мое состояние тоже не очень-то хорошее. Вот. И чтобы восстановить как-то его, значит, я ему вместо кальция, так как кальций, антибиотик выводит весь кальций из кишечника, я ему, значит, восстановлю этот кальций вот этим делом, творогом. Творог домашний, очень-очень вкусный. Всегда у нее беру, всегда заказываю. И вот сейчас позвонила, заказала. И еще штук 10 закажу и закину в морозильник, и забуду. Когда мне надо будет, я, значит, буду брать и использовать. Вот такие у меня новости. Творог у нее очень хороший. Вот. Это для моего зангуча. А завтра вечером будет сыворотка свежая, сметана и творог уже для нас. Мне нужно немедленно, срочно дать эту капсулу моему сладкому льву, который заждался меня уже там. Вот, а дальше уже пойдем спать. Всем спокойной ночи, всем здоровья, добра. Пока-пока.